Так, а как на водку? На водку, на глаз. Вон. Стол поставили, вон, видишь, там тут та зеленка. Только это, слышь, Паш, под жопу положи что-нибудь. Я знаю. Под зеленком перед зданием? Да. Кошки. Ты не дашь их хаты, Паш. А? Вот ты не дашь их хаты, чуть левее. Вот, так, я понял. Вот там бугорчик. Да, там, вот этот бугорчик, выкидайте сюда. Сейчас, первый. Что, стой, стороны, встань. Ножку зажми ногой. Нет, ножку, встань. Куда работаем? Давай. Смотрим, куда лягло. Смотрим, смотрим. Как не получится? Смотрим. Смотрим. Направление смотри. Нормально. Еще пару плюшек дай. В чем проблема? Не приехала машины. Вчера скорая. Есть закладные машины. А я не знаю, куда ездить. Это пусть. Все. Побери кого-нибудь. Надо снять, пожалуйста. Да я просто пацанам подкинул. А мы свою вон уже. По идее. Да. Здесь одна стоит, она уже да. Отстрелялась. Здесь вторая стоит. Здесь сутки нет. Нету? Ну мне показывали, что могут сюда поставить. Нет. Вот здесь она сейчас, и вот здесь мы. Так а где третья? Подожди, вот она, да, вот здесь метр стоит же, по-моему, да, получается? Нет. Вот метр. Да. О, вот. Значит что, хлопчики, заходим отсюда. Ну вот. Ну, где, да. Где девятка наша? Вот где-то мы, да? Девятка вот. Вот, вот. Заходим вот отсюда. Перед нами, да. Ты же бы, твои люди, тем более ты его еще офицер все знает. Ты знаешь, где они там находятся на пути? Короче, мне послал капа, короче, прикрытие. Он сейчас должен подъехать, я начинаю работать. А не Изушка, если что, прикрывай. Ну там Изушка есть. Ты понял? Все, ребят, выдвигайте, сразу будет жить. Давай, где старший, кто прикрытие? Да. Сейчас офицер подойдет. Да, сейчас приедет. А есть у него машина? Моя машина, вот вас заберу, чтобы вы не блокали. И вас заберу. Я знаю, дорогой. Ну, лучше бы хотя бы проведу быстрее будет. Конечно. Ты жди. Так, давай. Лапу. Да выше. Ну, бля. И он ну, с РПГ ж по башне. Сейчас штурмовать аэропорт. А вот и будем играть, чем будем заниматься? Попробуем их штурмовать, артиллерия нас прикрывает, будем выдвигаться. Все спланировано, вроде хорошо. А сколько там численность армии? Честно не могу сказать, я не знаю. Ну, приблизительно. Сейчас увидим. Посмотрим, придем посмотрим. Более 800, да? Ну не знаю, говорят 800, там посмотрим. А техники у них много? Техника, два танка точно есть. А что остальное не видели? Минометы у них Василек стоит, как видим. Возле вышки. Танкисты, слушай сюда, послушай меня. Отрабатывают сюда. И сюда. И сегодня, я так понял, планируется штурм аэропорта. Это не да, потому что они подтянули технику, и причем подтянули тяжелую технику. Они подтянули грады. Все остальное. Я не думаю, что это пришло сюда так. Для мирного урегулирования. А личного состава много потянули? А как вообще у вас настрой в вашем подразделении? А мы у себя дома. Какой настрой? Мы дома. Мы гостей не ждали. Гостей обычно мы просим в гости, а не те, которые приходят.
Что с меня не забрал? Шмель в больнице, шмель не боятся. Там сидят укропы. Их, наверное, много. Я там то направление. Их сегодня, наверное, не будет. Вперед ушел. В аэропорту, блин, бывшее по ходу здание, тут эти старые, да. Электрооборудование валяется. А вот это сейчас подготовка будет, да? Сейчас отработает тот квадрат, откуда начали по нам стрелять. Ждем броню и идем вперед. Хлопцы зельбовые.
Нет, это не ваше. Сделано в Германии. Еще лучше.